Ночь, улица, фонарь. Люди на Лесной подрываются с кровати от оглушительного рева сирены. Полыхает соседский дом. Свидетели, проезжающие мимо, звонят в МЧС. Когда на место прибыли первое подразделение, наблюдалось горение кровли жилого дома. Внутри никого не находилось, хозяин был на улице. Пламя не справилось с кирпичной кладкой дома, лишь оставило небольшой нагар. Огонь не пощадил хозяев и в буквальном смысле оставил без крыши над головой. Под этой пленкой огромная дыра, она с горем пополам спасает от дождя и снега. Новая крыша влетит в копеечку. Спасатели предполагают, искру дала неисправная проводка. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.